Внимание жителей города! Приглашаем на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. График работы дополнительных пунктов вакцинации. Поселок Самбек, поликлиническое отделение, улица Котельникова, 7А. В понедельник 2 августа с 8 часов до 18 часов. Поселок Соколово-Кундрючинский, поликлиническое отделение, улица Шевцовой, 2, во вторник 3 августа с 8 часов утра до 18 часов вечера. Поселок Южный, поликлиническое отделение, улица Войкова, 70, Б. В среду 4 августа с 8 часов до 18 часов. Поселок Горького, поликлиническое отделение, улица Щусева, 4. В четверг 5 августа с 8 часов до 18 часов. Поселок Микрорайон, школа номер 8, улица Харьковская, 84, А. В пятницу 6 августа с 8 часов до 18 часов. Поселок Западная, школа номер 3, улица Карла Маркса, 15. В субботу 7 августа с 8 часов до 18 часов. Помните, вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Берегите себя и ваших близких.